Как вы знаете, что сегодня эту возможность дает и правительство Российской Федерации, и президент, губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. Сделали все так, чтобы вы в этих квартирах жили, как говорится, беззаботно и ни о чем не думали. Я очень надеюсь, что вы будете работать у нас, останетесь в своем родном городе и можете всегда рассчитывать на администрацию. Так получилось, что с малых лет я осталась без родителей. И с того момента вот органы опеки и попечительства встал туда на учет. И вот сейчас, в столь предновогоднее время, сейчас нам вручили ключи, что очень волнительно, приятно. Спасибо большое за столь хороший, приятный подарок вот главе администрации города Химок, губернатора Московской области.